Слушайте, ну вот талант у артиста. Посмотрите, какие нейрографические линии. Сейчас Павел Пискарев просто поставил бы пятерку, потому что я впервые вижу, чтобы так грамотно и красиво. Более того, и еще. Вот тут, ну тут синусоида, вижу синусоида. С кем мы сегодня рисуем, друзья? С Сергеем Лазаревым. Да, Сергей Лазарев. Мы сейчас будем рисовать. Будем все рамки снимать. Будем все снимать. Ну, на самом деле, я без шуток, я мало кого хвалю. Очень круто и очень правильные линии. Попозже покажем, что получилось. Рисую, да? Нет, ты все делаешь одним и тем же цветом, да. Так, тут много же этих пересечений. Да. И в нейрографике, чем больше пересечений... Нейрографика, друзья. Чем больше пересечений... Это аналог психологии. Вот как если бы ты бы пошел к психологу, только плюс в том, что ты можешь работать самостоятельно. Да. Это можно делать в аэропорту, можно там, не знаю, под кино. Успокаивать себя. Да. И даже не Пискарев. 90% наших поступков зависит от бессознательного, и ты не можешь на него влиять силой воли. Единственное, что ты можешь, это изменить бессознательное. Но психолог — это долго, есть куча методов. Кто-то на гвоздях стоит, кто-то идет там в аскезы, кто-то еще куда-то. А есть красивый метод, который эстетически приятный, и не нужно никуда идти, ты можешь это делать самостоятельно. Ну, по факту, сам себе психолог. Да, в том-то и фишка. Работаем с бессознательным. Сам себе психолог. У меня получилось. Конечно, психологи всего мира и России обязательно напишут какие-то свои комментарии насчет того, что я нарисовал, что любители. Да. Мы видим здесь вот тоже. Я не знаю, что вы там видите. У меня определенные были задачи, запросы, вот, которые я воплотил на бумаге. Я очень надеюсь, что все, что я сюда, все намерения, которые я вложил в этот рисунок, все это исполнится. Потом вам, наверное, расскажу. Вот. Но на самом деле,